И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Кейси Аниматроникс 2, обновили карту, добавили в нового аниматроника. Сейчас мы вам покажем, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Смотри, он какие звуки дает, тихо. О, а как ты так сделал? О, здорово, Димас, пойдем выживать. А ты прикинулся человеком, что ли? Да-да-да, пойдем выживать. Так подожди, а как так? О, блин, это... Ребята, это крутые способности. Мне они очень нравятся. Выстрелы у меня вот такие. А ну стрельни по мне, стрельни. Точно? Давай. А, это как бы ты откидываешь. Давай я близко подойду. Маленькая дистанция. Блин, я испугался. О, Димас, новая карта. Ребята, новая карта, как раз мы ее обсмотрим. Мне подписчики написали: Димас, новая карта, новый аниматроник. А я зашел, и в итоге что показали? Тыквы добавили на полу. А это новая карта, точно. О, да, ребята, сейчас мы вам все расскажем, покажем. Смотрите. Да, Димас, стену сейчас найду. Офигеть. Попробуй нажми на М. Карта отображается. А ну-ка. О! Не, не отображается на М. Не, на тап, на тап. А, да. Она с чем-то похожа на то. С чем-то похожа. Ну, с чем-то. Ну, с чем-то схематически. Похавать её можно. Блин, ну это с первой миссии, где офис. Хотя это и есть одна цельная миссия с первой. Можно сказать, с первой. Не первая. Это не с первой миссии, где у нас сюжет. Это не с первой. Это чисто они сами с нуля ее сделали, эту карту. Да, чем-то похоже на офис, который в самом начале. Ну, чем-то вот вдалеке. Ну, если только первый, да. Это полицейский участок. А, ну я ж в полицейском участке работал, ну да. Так, как бы нам встретиться, я тебе хочешь это показывал. Вот. Так я изучаю здесь какие-то, может, калитки найду новые. Здесь ничего не... Ой, я тебя вижу, ты рядом. Ты даешь помехи мне на лицо. Блин, это крутая карта, Димон. Здесь можно от тебя жестко прятаться. Ой, я тебя вижу, ты превратился в обычного челика. Смотри, Димас, что я могу, иди сюда. Смотри. Давай, 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 иду. Ой. А я танцую, танцую. Это танец совы, что ли? Совьяный танец? Ну, это танец я знаю. Я такой тоже умею танцевать. Только тут освещение плохое, не видно. Вот этот танец самый мощный. Ну да, мне нравится, как он руками машет. Но это танец совы, 100%. Ну, птичий там танец или как. Да-да-да, пойдем. О, можно тут открыть. Нет. А, нет питания. Так, значит, можно выйти как-то. Но это не на улицу, это просто в предыдущий уровень какой-то новый. Да, на новую карту можно зайти. Блин, она большая. О, склад, склад, Димон! Вот здесь питание, вот здесь. Так этот мини-склад, не полностью. Вот, тут видишь питание. Давай, 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 давай попробуем пройти, что будет. А, ты меня убил, что ли? Нет. Кукушка, не кукукай. Нужен предохранитель. Предохранитель. Ищи тут на складе, должен быть где-то предохранитель. Все, сейчас Димончик буду искать, ищу со всей силы. Как-то. Прям сюжетка какая-то. Ну да. О, это свечка, это свечка. Пойдем, я тебя поищу, по-моему. Может, не на складе? Смотри, я пешочком иду. Ну. Ты, кстати, не можешь так. Могу. Я думаю, где-то здесь должно лежать, может. Шкафы тут нельзя заходить? Ага, нет, думаю, тут шкафы другие сделали. Ну, шкафы старые, пердуны. Ребята, если вы поставите очень много лайков, то мы с Димасом сделаем прохождение с этим новым аниматроником. И... Повыживаем с подписчиками. Ну, да, они выживаем. Будут нас ловить, а мы будем его путать здесь, бегать. Да, мы с Димасиком будем выжившими и будем убегать от аниматроника. Нашел. Иди сюда. Нашел. Полицейская тачка есть. О, тут даже три полицейских нарисованы. И один из них Бэтмен. Иди сюда. Тут вообще весело. Сейчас, Димончик, я нашел предохранитель. Хочу его где-то вставить. А, давай, давай. Я потерялся. Потеряшка. Ты там стучишь. Во. Ай, блин, я тебя боюсь, когда ты меня смотришь. Димон, куда нам идти вставлять его? Вот иди ко мне, сюда иди. Пойдем. Вот так ты получше выглядишь. Это очень страшно. Так, вот туда-сюда.
Потом сюда. А, нет, 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 вот. Вот сюда, вот сюда. Вот сюда, вот, да, вот, да, сюда, давайте. Не, вот не сюда. Склад. Вот он, склад. Вот давай. Ой, я уже туда пошел. Карту. Я заблудился, Димон. А ты не шел за мной, что ли? Нет. А, да. Все, вижу. Не, не вижу. А вот, нет, сзади, сзади, сзади я. Вот. Блин, так тут ограниченная просто видимость. На сколько времени тебе дается перевоплощение? Ну, на полминуты где-то. Нифига себе. Это много. Не. Где? Погнали. Так, 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 так. Ай! Димон, не бей! У меня жизни вроде отнялись. Да? Ну давай, взламывайся. Запустил. Так. А я, Димас, в шляпке? Не, у тебя нема, у тебя просто этот. А в оригинальной вот сюжетке там, короче, у этой совы шляпка. Переделанная сова. И, короче, она только может телепортироваться, она не может так отходить. Она, короче, телепортируется, маскироваться под человека она тоже не может. Она, короче, телепортируется, когда ты на нее смотришь, у тебя через 10 секунд смотрения на нее ты умираешь. А либо, короче, если ты на нее не смотришь, она начинает тпхаться. Короче, как SCP-173. Вот знаешь, Димас, SCP-173? Да-да-да. Диман, где нам открыть калитку? Вот-вот-вот, вот сюда, вот ключ-карта, видишь, красные здесь? Собирай их. Есть. И вот. Вот тут еще одна есть. Вижу. Буду знать, как что оно выглядит хоть. Бери. У меня это есть. А, ну все, пойдем тогда по карте посмотри. Где тут выход? А как узнать, где я? Сбежать, чтобы сбежать. Иди сюда, тебе покажу. Так. Побежали. Сюда. Такой звук прикольный. Блин, ну не знаю, на КПК какого-то похож. Во-во, тебе сюда на карточку вставить. Иди сюда. Это я сбегу, да, если я выйду? Да. Не-не-не, ну я сейчас бегать не буду. Мы сейчас с тобой поиграем на выживание, понимаешь ты меня или нет? А я могу по тебе чем-то стрельнуть? Ай, могу. Прятки будем играть, да, Димас? Кого? Прятки. Все, Димон, я убегаю. Мы играем в прятки с тобой. Играем, хорошо. А, блин, ты меня надолго оглушил. Так, все, я иду искать тебя. А. Все, я сижу. Ребята, классная игруха, мне нравится. Так, а тут, кстати, очень много предметов, тебе тут трудно найти. А ты, мне кажется, не найдешь здесь. Это очень сложная игруха, на прятки будет. Кажется, что, ну, вроде бы как тебя легко здесь найти, так как здесь много коридорчиков, и ты можешь просто на меня напороться. Но здесь очень много всякого интерьера, знаешь, букв, таких пробков, этого всего очень много. Могу тебе дать подсказку. Не надо, я только начал. Давай, хорошо. Как я только начал, ты мне уже подсказки даешь, так нечестно. Ну, может, тебе тяжело будет? Не, мне легко будет. Блин, да, музыка нагнетающая, так. Прикольная здесь. Сейчас мы с тобой, Димас. Давай. Удиви. Я только могу на дальней дистанции тебя атаковать, не могу вблизи. Да? Да. У тебя есть, Димас, минута, чтобы сбежать из этого места. Я за тобой выдвинулся. А! Нет! Димон, стой! Я не буду тебе ничего делать! Давай я сбегу, Димон, пожалуйста! Давай, беги отсюда. Хоть раз жизни, дай пройду. Давай, побежал. Я не успею! Тебе надо идти просто в ту сторону. Да, вот туда иди, Димас. Давай, я чувствую вперед. Пятой точкой, что сюда. Да, вот сюда. Все, сейчас бежишь. Я пройду. А, я в тех... Классная карта. Вот эта карта, она намного интереснее, чем первая. Намного. Она реально крутая. Да. Вот разработчики вообще, ребят, постарались. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока. Это сейчас.